себебі Қайсар да оқжетпесте бил еурокубоктық додада өнер көрсетуге осы ойынды жүргізетін комментатор Ербол Каиров. Командалардың толық құрамдарымен бил жоғары лигада 12 команда тағда қатысты. Чижова и Чертова одна из лучших в чемпионате, не побоюсь этого слова, но это удар по... А это был удар по воротам. Издалека решил про... Джозеф Ней на подборе. Делает придачу. Там Козлов. Здорово. Федин. Нет. Рва также. Подача. Выше ворот. А подавал, надо заметить, Ильяс Амирсиитов. Так, подача с углового. Ух, это было весьма. Небольшую трибуну стадиона Локомотив. Подача следует. Мы будут располагаться на последних местах. От Тарау это понятно. Минус 9 очков. Вот сейчас Дурова Стаменкович играет. Так вот, Алексей Щеткин забил не чемпионата Казахстана, но и оформил первый хет-трик. Таким образом, Аржанов и Волынь. Не самый результативный, однако вот сейчас момент. Вот еще раз поддерживает ее, причем делает это до конца Максим Федин. Удар по воротам! Ну, Генкову как нужно действовать и какие задачи ставить в этом матче. Как себя Мокжитпесе проявит. Атакует сейчас Кайсар. Подача! Если бы не Данил Чертов, я думаю, что казахстанцы сейчас бы смогли бы поразить ворот. Вот еще раз смотрим. Аржанов себе рукой подыграл. Сергей Келлер. Полетела. Передача. Не дотянулся до мяча. Кенков. Удар по воротам. Отличная карьера у 29-летнего. Николич скинул мяч своему одноклубнику. Непозанкиза. Побрался за мяч Матиас Курьер. На поле появился-то Досмагомбетов. Казахстанцы обыграли хозяев поля со счетом 1-0 в Риге. Итак, в атаке сейчас Кайсар. Передача на Никипа Занкизу не прошла. Пенальти назначаются в ворота Саши Стаменко. Уже было в том эпизоде. Вот еще раз смотрим, по мнению, последние минуты. И вот сейчас и лидера. Итак, разбег. Удар 1-0. Резервные футболисты Кайсара, автора этого единственного забитого гола. Сергей Келлер, честно говоря. Саша Стаменкович Курган как пас нам. Допте дель Багтада. Таким образом, поздравляю всех казахских болельщиков с этой победой. Конечно же, обидно.